корпус и лицо. Спасибо, молодец, отцо. Сыну руку, и на рука, и по рука. Если я бываю в компании, я с большим удовольствием беру и показываю впервые свои новые песни своим близким друзьям. Они предназначены для близких друзей. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Энгельгард Роман. Как вы, наверное, поняли, сегодня мы поговорим о Владимире Семеновиче Высоцком через его песни, через его стихи. Мне не пришлось загнуться, и я навоевал. Свой полк определили, в войну сказал комбат. А в школе нас приняли, как я бы даже рад. Сегодня под завязку я все долбился, и хотя горячился, поймал деловой. Встречайте, Семен Мицкевич. Парня в горы тени резни, не бросай одного его. Пусть он связь одной с тобой, там поймешь, куда ты. Песня эта называется «Так выглядит на зоре». Почему аборигены съели кука? Или одна научная загадка? Но почему абориген съели кука? За что не ясно, молчит наука. Не представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Весёлым, весёлым, и уплывёт она за мной. И здесь, за небом, берёт голова. И можно свернуть, кадры повернуть, снова выбирая трудный путь, опасный, как военная трава. Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду. Владимир Высоцкий. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Еще раз, где твои 17 лет? А где твои 17 лет? А где твой черный пистолет? А где тебя сегодня нет? Спасибо, друзья! Прекраснейший концерт. Это действительно мы услышали Высоцкого в том плане, в котором он создавал свое творчество. Я всегда была поклонницей этого творчества, потому что песни его очень актуальны и сейчас. Хотелось бы, чтобы их слушало как можно больше народу, особенно молодежь. И он ушел куда-то в бок, и отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот.